Вам не кажется, что вы, возможно, не самую лучшую услугу оказали Михаилу, когда сказали, что вы писали текст видеообращения, который он зачитал? Потому что люди-то исходили из того, что вот человек раскаялся, вот он говорит, что нет уже там Миши Ефремова, я понесу наказание. И вдруг выясняется, что он просто как актер зачитал по сценарию. В этом мне нравится работа журналистов. Я сказал, я редактировал. А, то есть вы не писали, вы редактировали. У меня вообще-то нет таланта такие вещи писать, которые там есть. Вы адвокат у вас. Адвокат, у меня своя сцена. Ну, у меня не сцена, которую вы, ну, актер играет. Я там даже самое последнее место не занимаю по таланту. А ну, журналистам что нужен? Хайп. Совершенно верно. Да. Это а наша когда профессия. Я им говорю, что я редактировал, они говорят, вы же сказали, что вы написали. Я говорю, нет, я уже с иронией говорю, я написал. Я когда говорю, все, я написал. А, и понятно. И понеслось. И все звонят. Я говорю, господа журналисты, говорю. То есть из контекста просто выдрали. У меня нет опыта работы с журналистом. У меня нет талантов, чтобы работать с журналистом, что лично разляпнуть нельзя. Угу. У меня же ничего нет, я без тормозов просто вообще-то. Угу. Все, что приходит в голову, я не люблю, и кому-то нравится. Что приходит в голову, я всегда говорю. Угу. А это многим не нравится. Я говорю, зачем ты это говорил? Я говорю, зато я не буду переживать, что мучиться. Зачем я врал? Угу.